В общем, Петровна сегодня была в глубокой печали. Вот, говорит, банку, говорит, за 2 дня выжрал. Никак не нажрешься икры. Вот, говорит, на 2 этих. Глупая ты женщина. У меня же их запасов этой икры. Сколько хочешь, как говорится. Вот, вот в таких банках. Их у меня много, так что конца края не будет. Если кто-то думает, когда же у него икра кончится, никогда. Вот. Берекет никогда не кончается, если это халал берекет. Харам берекет нету, харам быстро кончается. Вот. И вот такими абрикосами. Сейчас они стали, кстати, 30 лир килограмм. Ну, я думаю, что еще немного пройдет время, по 10 лир они будут. Вот хорошие, хорошие. Но надо быстрее-быстрее кушать. Вот. Так что жить можно. Будем жить, как говорил герой в одном из фильмов. Да? Да, Кузя? Так, и тебе дам сейчас икорку. Ему не соленую, у него отдельная банка.